занимается ваша компания, как называется? Называется компания наша «Комбикорма Провинция». В Иркутске располагаемся, мы производим комбикорм, поварционный комбикорм, то есть хозяйственных животных, птиц. То есть для любых видов? Для любых видов, да, ну, маленькие партии. Так, отлично. Вы сейчас выбрали их Трудержавска, приобрели. Почему выбрали нас, скажите, пожалуйста? Ну, по отзывам смотрел, так просто понравился, ну, как бы в литературе посмотрел, почитал, что люди пишут. А отзывы вы в интернете искали или где-то нашли? Нет, в основном в интернете. В интернете и пару отзывов попадалось от людей. То есть те, кто уже успешно эксплуатировал? Да, но это было не экструдер, там какой-то другой оборудование. Ну, как бы отзывы такие позитивные, все хорошо. Рекомендовали просто, да, наше оборудование? Вот. Соответственно, перед тем, как брать, естественно, я обзванивал всех, общался с людьми, кто там что рассказывает. Выбор в вашу сторону. Так, отлично. Смотрели сейчас на экструдер на сам, запустили вместе с нашими сотрудниками. Как вообще впечатление вашей техники от того, как вам пришло? Очень положительно, довольно. Ну, все понятно, все доступно? Ну, пока да, все понятно, доступно. Там, естественно, в процессе работы, я думаю, понимание будет уже ходить на практику. Отлично. Спасибо. Спасибо большое. Вам спасибо.